собрались на рыбалку за толстой щукой на улице 24 июля. Стоит жаркая погода, что очень плохо. Но щука должна ловиться. Едем в Томскую область. Самые щучьи места. Многие знают эту деревню. Болзой. Первый заброс у нас на этой рыбалке. Надеюсь, ничего клевать не будет с первого заброса, не будем портить. Резина хорошая. Тут у нас идет коса, свал хороший. Оператор суетит. Вот показывает много белой рыбы. Должен быть хищник. У меня есть хорошая новость и плохая. Из плохих новостей вода еще нагрелась. 23 градуса. Было. Была 22 в прошлой неделе. Очень жарко. Тишина. Ну, уже можно ловить. На новое место. На прошлом была одна поклевка,
сорвалась около лодки, это 2,5, меленькая щучка. Тут у нас, получается, идет канава глубокая и такая довольно большая обратка. Опять очень много белой рыбы. Глубина сейчас под нами 8. Здесь такой вход в протоку с довольно сильным течением. Сейчас подберем маленько веса. Поклевка у нас была вот на такую резину. Вибрик 18 сантиметров. Гламурненький для мамы. Как раз приехали на слом погоды, сегодня пятница, передают субботу-воскресенье дожди. Вторая поклевка. Возможно, что-нибудь на уху у нас будет. Щучка не крупная. Как раз там мы сидим. Если, конечно, достанем. Ты пробуй. Или как не надо делать сейчас. Оператор сейчас все проспал. Дай мне хотя бы легли. Вот он сам достанет. Давай еще 4 свечки. Он даже стоит. Тебе побольше, детский. Пусти. Заглотило добро. У нас какая цель? Поймать или отпустить ее? Днем-то как бы мы выкинули бы. Но тут самото на уху. Так. Резина. Резина мелкая. Так. Вообще была надежда поймать судачка небольшого на уху. Но поймали щучку. Килограмм полтора. Килограмм. Ты что ищешь? Пассатижи. Пока он ищет пассатижи, я порыбачу. Наконец-то и у меня произошла поклевка. Небольшая щучка. Пару килограмм. Сейчас фиксионом-то маленько сломить. Я не вижу. Более-менее. Там тебя раззадорят, я думаю. Ой-ой-ой, висит очень плохо. Ни один я не возьму. А какой это гриб? Вон валяется, там должен. Где? Где там? В этом ведре. Вот он, да. Так, у нас есть и гриб. Обязательно одевайте ли гриб на руку.
все равно затянут наску. По-моему, такая же. Сестренка. Так, давай не повторяй, дико. Фокус. Хорош. Придави ее как-нибудь. Почему я придавлю? Лично. Все. Успокаиваемся. Моя очередь мыть лодку. Она меня бьет прям очень сильно. Так. Вот так без подсадчика берем аккуратненько щучку одного. Ой. Вот такая резинка. По-моему, релакс. Ой, за борт. Нам нужен тукан. Настроение улучшается. Щука просыпается. Но с таким размером щуки нам 5 штук, мы уже кукан не поднимем, я думаю. Так, на что мы ловили? О, была поклевка, смотрите здесь. Ёп. Не ругаемся, маленько. Скукожило поводок. Я использую поводок из обычной проволоки, самодельный. На сайте Hapok.ru есть статья, как я их делал. Джиголовки тоже самодельные, крючок одинарный. Резина в основном большая, от 15 и выше сантиметров. То есть такого формата. То есть здесь она ее хорошо кусает, все видно. Такая. Вот такая размер, да. Больше, к сожалению, не продается. Это, наверное, 23 где-то. Первую щучку сегодня поймали на такой твистер. Он как бы чего положить-то для масштаба. Полторашка. Ну, грубо говоря, вот это 15 сантиметров. Твистер тоже, может, побольше даже. Там 8-дюймовый твистер он идет, релаксовский. На чем мы еще рыбачим? Мелких судаков ловим на Lucky John. Long John, который... Вот такой вот хороший тоже цвет, рабочий. Можно посмотреть тоже зубы. Одну такую уже съели резину. Ну, вот такие размеры отлично работают по щуке. Ее кусает даже двушки. Вот на этой ловим. Поводок сантиметров 35. У меня был сход, фиксон расслабил, подсечка и не подсек. И тут же по той же траектории у напарника, у Андрея лупануло. По ощущениям более-менее. Надо фиксон подтягивать. Не-не-не, мы это уже проходили. Мало-мало стесняется. Вон. Забагрил мыши. Ты потяни маленько, что-то здесь сидит. Бодрая, вообще бодрая. Не чита твой. Значит, помельче. Толстые щуки так себя не ведут. Не. Скорее всего, трешечка. Все трешечка. Только-только в лодке все помыли. Так, более-менее. Ты можешь оттуда, на тот борт ее будешь? Давай, я туда выйду вообще, туда назад пойду. Дай ли гриб, пожалуйста. Дай ли гриб. А где он? Сейчас я буду искать. Вон. Его. На руку так одень его. Так, что-то оператор должен снимать. Он будет снимать. Хорошие рыбочки. Не дашь ты чай попить? Только хотел чайник ставить.
очень хорошо. А начиналось все сегодня очень печально. Проехали точек 6, наверное. Чего она там, столь? Такая? Толстая какая-то. Да она какая-то просто буйная. Слава богу, не десятка. Зацепилась хераваста. А будет досадный сход, нет? Не хочет к тебе? Ну подожди, пусть еще раз зайдет. Сильно близко не делаю. Закидываю лодку. Опа, отцепилась. Отцепилась? Ну. Может, отпустишь ее? Эту, что ли? Ну. Нет. Нет. Ну, уже порвали. Так, садили еще одну на кукан. Сегодня решили добыть мало-мало мяса. Это вторая рыбалка в летнем сезоне. Погода портится, надвигаются тучки. Щука мало-мало шевелится. Вообще, чтобы без проблем такую щуку доставать, используйте палки хорошие с тестом. У нас одна 10.50, вторая. Гриб поворотный. Вторая для 42 грамм. Да, или гриб обязательно, чтобы крутился, иначе отламывает руку при вылаживании. Ну, вы сами все поймете. У нас есть такой и такой. Катушки, кто кому какие нравятся. Мультипликаторы, безнерционные. Хоть люди вон в отвес рыбачат. Начинают обуривать, злятся. Все в лапшу. А? В лапшу вообще. Подожди, сейчас фокус наведется. Ну, хорошие зубы, бойкая щучка попалась. Лупанула. Поставим чайничек. Расстегнулся еще. Ну какие поводки там, какой у тебя? Струна? Да. А ну менять его уже, он все, закрутило. Ничего. Мне не нравится. Синеугомонный. А у нас день в разгаре, жара, щука не клюет. Вообще. Вторая наша команда идет с плавом по кустам. Ловят раз в 3 часа по судачку. Щука иногда плещется. Показывает себе, что она есть, но не клюет. Настойчивый Андрей. Настойчивый дает покушать. Дождик уйдет еще к тому же. Вот такая замечательная погода. Грибной. Не клюет. Как Андрей отчудил, и под грибным дождиком произошла поклевка. Щука около 15 килограмм, судя по всему. 15-16. Где? Где у нас трофейный экземпляр? А вон. Лещ! Это как так? А это читается за 100 рублей? Нет. Отдай Димана его. Он любит лещей. Лещ пошел. На одинарный крючок? Да. Ну это мастер багрения. Ничего крутит лопаты. Сошел? Нет. Ну лещ за хорошо взял. Крючка не сойдет. Красивый. Ну хороший, килограмм по 2, наверное. Да не. Экшн.
Да блин, я его долго буду. Висяли гриппом. Доколзывали гриппом. Да он скользкий, били гриппом его. Все. Андрей, скажите о своих впечатлениях. Каково это поймать леща на одинарный крючок? Он атаковал его? Не помню. Все так фонтанно произошло. Ну, было похоже на крупную щуку, правда, поплёк. Подошла к концу рыбалка. Решили уехать пораньше, так как щука не проявляет никакой активности. Было поймано где-то три щуки мы забрали. Две шестерки, одну пятерку. Мелких отпускали. Следующая поездка у нас будет на болото. Через неделю.